Снаружи гидромаг похож на обычный мусоровоз. Подъемный механизм, большой отсек для транспортировки твердых коммунальных отходов. Но современная умная машина умеет не только освобождать улицы от мусора, но и оставлять после себя чистые контейнеры, моя и дезинфицируя их прямо на месте. Имеется машина-резервуар, в которой залита специальная жидкость, которая соответствует СанПину и всем необходимым нормам. Мойка промывает контейнер, соответственно, со всех сторон, таким образом, что все остатки и вещество, именно дезинфицирующее, остаются в кузове. Ничто не проливается на землю, ничто не остается на контейнерной площадке. Разнорабочий Роман Романенко раскрыл нам подробности работы гидромаков. Сперва необходимо высыпать в машину весь мусор, затем вымыть контейнер изнутри. Потом моем его снаружи моющие средства таким же керхер. Вот. Опускаем контейнер. И заключительный этап – это у нас специальный химический раствор, который убивает всю заразу. И чтобы не лазили крысы, тараканы, чтобы это не размножалось и запаха не было. На Ленинский городской округ было закуплено 15 таких гидромаков. Первый раз они вышли на дезинфекцию в мае. За одну смену машина может продезинфицировать около 100-150 баков. Здесь с тяжелой эпидемиологической обстановкой мы производим мойку им костей в соответствии с СанПином каждые 10 дней. Каширский региональный оператор деятельность ведет в 12 муниципалитетах. Мы составили план-график, довели его до всех муниципалитетов, до МинЖКХ. В соответствии с планом работы все работы выполняются. Только вот выполнять свои прямые обязанности иногда у специалистов Каширского регионального оператора просто не получается из-за самих жителей. К примеру, на улице Березовой гидромаг так и не смог подъехать к одной из контейнерных площадок. Порой, да, происходят срывы из-за запаркованности. То есть нерадивые граждане, скажем так, бросают свой транспорт вблизи контейнерных площадок, и мы банально не можем выполнить услугу. Поэтому технике приходится возвращаться, и из-за этого происходит порой срывы. Поэтому работники регионального оператора убедительно просят жителей не перекрывать проезды к контейнерным площадкам, чтобы весь мусор был вывезен вовремя. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.